В библиотеке имени Горького благотворительный фонд «Константа» устроил праздник для детей и их родителей, приуроченный к 8 марта – «Вокруг мамы». Для участников мероприятия организовали игровой тренинг, мастер-класс по изготовлению открыток. Кроме того, в этот день для мам визажисты сделали макияж. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Организаторы мероприятия собрали семей, у каждой из которых есть своя трудная жизненная ситуация. Специалисты фонда помогают их решать материально или с помощью психологов. Но в преддверии праздника решили подарить семьям яркие и теплые моменты. Важно и мероприятия проводить, и просто подарки дарить, потому что это помогает переключиться от проблем. Проблемы никуда не уходят, но мы их решаем планомерно и постепенно, и сами члены семьи, да, их решают, но очень важно не зацикливаться на этих проблемах, оставлять место для радости, для творчества, для удивления, хорошего удивления, для улыбок. В начале мероприятия для участников организовали тренинг, игру для сближения и укрепления внутрисемейных отношений. Например, упражнение «Слепой поводырь». Разбившись по парам, мама и дети должны были пройти через препятствия и не столкнуться друг с другом. Одним из участников стала Анна. В доме, где жила ее семья, муж и двое детей, произошел пожар. Причиной стало замыкание проводки. Дом полностью сгорел. Друзья женщины обратились в фонд за помощью. Мои друзья мне позвонили и сказали, что есть такой фонд. Они уже как бы связались с ним. И вот мы встретились с представителями, поговорили, соответственно. Теперь фонд оказывает нам помощь. Я пока в декрете, детей двое, старшей дочке 19, маленькой скоро будет 2. Скоро будем в садик ходить. Старшая учится в колледже. Сейчас в фонде открыт сбор средств на покупку нового жилья для семьи. Место для дома уже определено. Подробная информация указана на сайте благотворительного фонда. В предпраздничный день каждая женщина хочет чувствовать себя особенно прекрасно. Поэтому организаторы решили порадовать мам, сопровождаемых фондом, помочь им стать более уверенными и взглянуть на себя по-новому. Над образами участниц трудились профессиональные визажисты, стараясь подбирать легкие и весенние образы. А пока специалисты колдовали над образом мам, дети готовили им открытки своими руками.